Доброго времени суток, с вами Сергей. Сегодняшний наш ролик посвящается черенкованию туи. Вчера вечером мы заготовили черенки туи, количество 85 штук. На ночь мы поместили в раствор гетероуксин. Маленькие черенки мы не обрезали, большие мы хвою подрезали, чтобы меньше было хвои, меньше испарений. Сейчас мы сделаем экспериментальную посадку. Маленько отойду. В прошлый год мы сажали, у нас из 25 черенков укоренилось 12 штук. До этого мы пробовали сажать в стаканчики, накрывая их, делая парниковый эффект. У нас все оплесневело, ничего не получилось. И сейчас мы сделаем экспериментальную посадку. Половину мы посадим просто замоченной в растворе гетероуксина, а вторую половину мы посадим с корневином. Посмотрим, какой вариант будет лучше. И также мы посадим в экспериментальном порядке половину вертикально, из каждой половины четверть посадим вертикально, а четверть под наклоном. Считается, что тут 45 сажаются градусов под наклоном. Это для того, чтобы воздух ближе был к корням, к поверхности. Так, приступаем к посадке. Очень внимательно, важно, надо посадить также на южную сторону, так же, как веточка росла к югу. Вот так. Здесь мы маленечко ножичком поднацарапали. Все, посадку произвели. Гетероуксина, в котором было замочено черенки, мы им сразу поливаем. Ежедневное дождевание. Дождевание надо для того, чтобы хвоя не испаряла влагу. И чтобы солнце их не выжигало, мы используем вот такая вот у меня деревяшечка сколочена, решетка. Сегодня у нас 13 августа. Туйки прекрасно себя чувствуют. Из 98 посаженных туй погибла только одна. Вытаскивать не будем. Корни, вот оно видно и так на поверхности, что оно у многих туй, вот допустим вот у этой, видно на поверхности уже корневая система появилась. Разницу между гетероуксином и корневином в этом эксперименте никакой я не почувствовал. Ну и также нет никакой разницы, как сажать под 90 градусов, либо под 45 градусов. Приживаемость хорошая. Единственное, что я вот, допустим, вот на примере вот этой туйки, я обрезал хвою, как бы из серии, чтобы меньше было испарения. Нет, вот концы чернеют, необрезанная хвоя, она себя тоже чувствует хорошо. Больше я обрезать не буду. Что я делал летом? Один раз полил только корневином, развел леечкой. Остальное каждый раз в жару до 3-4 раз опрыскивал. Не сколько поливал землю, сколько опрыскивал хвою. Также постоянно держал землю во влажном состоянии. Все прекрасно получилось. И на следующий год, наверное, я не успею. Я хочу сколотить большую грядку прямоугольного типа из доски двадцатки. И делать это дело либо в контейнерах, либо в кассетах. Скорее всего, в контейнерах P9, чтобы при пересадке не тревожить корневую систему. Так как мы Мишкины пересаживали туйки. Давайте сейчас посмотрим Мишкины туи. Да, вот они тоже здесь. Они дали в рост. Рост у них получился от 5 до 8 сантиметров. И когда мы вытряхивали корневую систему, нам пришлось отряхивать, потому что мы с леса принесли злостный сорняк в земле. И они очень тяжело принимались. Даже мне их пришлось притенять. Они все стали так чахнуть потихонечку. Я их несколько раз обработал опимом, притянил. И только вот они поправляться стали к июлю. Я их потом сюда переместил. Здесь также им делал дождевание. В принципе, чувствуют они теперь себя отлично. Так, следующая у нас процедура по туйкам. По туйкам следующая процедура. Это уже укрытие на зиму. Зимовать они будут тут же. Я их заложу лапником, но это все покажу осенью.
нас сегодня 1 октября, и мы приступаем к укрытию на зиму. Укрывать мы будем лапником. Лапником будем следующим образом. Берем сосну и втыкаем ее между туй. Сразу прошу прощения, что я вас ввел в заблуждение. Туй я сажал не 98, а 85. Ну, тут штучек около 5000 не погибнет. А остальные, в принципе, приживаются. Укрытие надо не сколько утепления, а сколько для того, чтобы не получили они солнечный ожог. Втыкаем ветки сосны. Ветки сосны будут своеобразным каркасом. Они стоят вертикально. Ну, так скажем, чуточку поплотнее еловых. А теперь уже лапником еловым мы начинаем закладывать самым большим. Вот так вот. Таким образом мы избавим от солнечного ожога. За 2 года такого укрытия мышей я пока не обнаружил. Ну а так вот, посмотрите, получается уже двухлетка, нет, однолетка. Вот так вот лето туя, это лишенной пастки посадки. Вот так вот она выглядит, однолетняя туя. На этом ролик заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.